Нет, сначала кашу. Вон. Конфеты. Точно, мама. Наигранный плач. Ой, мама кушает без слов. Пойдем, садись. Плач. Причем здесь кушает без слов? Тимохий, овсянка. У нас яичница с салатом. Завтрак похож на обед. Все, пойдем. Пойдем, садись. Пойдем кушать. Потом дам, пойдем. Видишь, папа с мамой тоже сейчас покушают, а потом чай будут пить. Фу, Дима, здесь папа облизывал. Фу. Что-то мама фигня, да? А, там она у него была. А маму угостишь? Не, маму угости. Не маленькие вещи. У нас с Тимохой утренняя прогулка по магазинам. Вещички мы на лето покупаем. И не успеваю все обойти, он уже засыпает. А я хотела еще в 3 магазина сходить. Мама изверг разбудила. Пойдем, пойдем. Тимош, пойдем. Смотри, куда идешь. Выходи оттуда. Большой клиент. Красавчик. А, красавчик, с подстрижкой тебя? Только по тебе не сильно заметно, но скажи, подстригли. Со слезами на глазах. Пойдем мыться теперь. Нет. То весь волосне. Как нет? Фу, смотри, вот тут кака. Пойдем. Уснул. Не знаю, с чего начать. Столько всего охота рассказать, показать. Ладно, начну с вещей, которые мы ему взяли. Вот такую футболку с шортами. Во дворе играть само то. Песочник. Мне так он понравился. Такой нежненький. Прям для лялечек. Тимоха быстро растет. Охота еще, чтобы он побыл маленьким. Обычный бодик. И вот такой песочник. Карточки с домашними животными взяли. И вот такие цвета учить. Ну и цвета, и предметы животных. Яркая, красивая. Любит же читать. Будем развивать ребенка. А за остальными вещами поеду на базар. Посмотрела шортики, джинсы. И ценами на них была очень приятно удивлена. У меня слезы счастья. Шучу, лук резала. Такой злой, зараза. Мы вчера с Серегой занимались ремонтом. Тимоха весь день был у бабушки. Мы ездили, выбирали обои в зал. Я даже снимала видео, хотела смонтировать до того момента, пока мы не приехали домой и не начали клеить обои на нашем балконе кухонном. Я вчера так устала. У меня позднее зажигание. На стадии завершения ремонта кухни меня посетила мысль, какого черта я вообще начала делать этот ремонт. Не потому что мне не нравится, потому что я вчера правда так устала. Прям устала. Насколько не люблю это слово, но вчера так оно и было. И поэтому ничего не стала монтировать и дальше снимать, записывать. Ну, я сейчас ставлю фрагмент, как мы ходили по магазинам. Серега предлагает фотообои. Березки. Русская душа. Березки. Мне вот тут, Сереж, понравились на одну стену. Вот эти и вот эти. Какие-то Хюрем Султан, но они такие ненавязчивые. Но одна стена не нравится. Мы первые обои. Я такие и хотела же, Сереж. Вот у нас с ним вкус. Вот мне что-то вот такое нравится. Ему. Какие тебе тут понравились? Вот эти, вот эти. А мне вон те. Как мы будем выбирать? Я же говорила, если найду наподобие тех, мне нравятся они, да, как советские. Клевые. Одна стена. Нам вообще вот эти зеленые теперь понравились. Вот. Картина старая, пока временно пусть повисит. И опять-таки еще мелочь-то делать. Самое противное. Он вчера делал, не доделал. Кровь из носа, надо будет все доделать, чтобы было аккуратно.
Тимоха своему брату подписывает конверт с днем рождения. Вот, ой, молодец. Давай, еще вот тут напиши ему поздравление. Молодец. Я думаю, Глебу очень понравится. Пара готов. Ребенок готов. Идем. И мама готова. Поехали. Давай. В Бишкеке уже как в Питере. С утра солнце, потом тучки, потом дождик. Не знаешь, как одеваться. Нет, туда нельзя. Не говори, сам себе загадай желание, и потом оно исполнится. Давай, закатай. Еще. Ура! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!